Пойдеться, Надія Кузьменко у нас в гостях. Доброго ранку. Вам дякую, що ви з нами. Отже, 10 вересня черговий захід для любителів і поціновувачів літератури. Що приготували цього разу? Тому що в анонсі написано, що буде щось креативне з сюрпризами. Да, будут креативные сюрпризы, то есть поэзия, она хороша сама по себе, но если к ней ее подчеркивают другими видами искусства, она становится еще интереснее. То есть будут какие-то реквизиты, будут люди, которые подыгрывать будут мне на разных инструментах. Это будет 100% уже Чигинцев, я понимаю. И еще кто? Нет, нет, не будет, будет. Нет, это будет группа 3000 Attempts. ТТА, которая выступала, давала свой сольный концерт 27-го в библиотеке Крапивницкого тоже. То есть это ребята, скажем так, с одной тусовки или это кто-то новый, с кем, возможно, за последнее время удалось познакомиться и создать что-то интересное в плане творчества? Это ребята из старой тусовки, но есть очень много таких людей, с которыми познакомилась совсем недавно, и интересные такие события происходят. Если мы говорим об этом вечере, то, соответственно, вопрос такой, по литературе это будет только авторская поэзия или это будут еще и произведения каких-то известных авторов? Это будет только авторская поэзия. По тематикам, по самим произведениям, это то, что уже можно, скажем так, прочитать или что-то новое? Там будут произведения из сборника, там будут совершенно новые произведения. Я решила по максимальному разнообразить программу, то есть там будут и веселые, и несерьезные стихи, и серьезные социальные, и любовные, и опять же старые, новые, и на украинском тоже. Веселые, несерьезные стихи. Вот как раз утро. Есть возможность что-то прочитать из нового, либо... Самое главное, чтобы веселое и несерьезное. Веселое и несерьезное. Да. Есть. Окей. Ты из всех грудных болезней по симптомам как бронхит. Я пойду поставлю воду, может даже закипит. Я пойду варить пельмени, ног не чуя под собой. На поверхности влечений отслоился первый слой. На поверхности влечений ты не парень, ты как друг. Заплясали вдруг в пельмени, хороводом встали в круг. Заплясали вдруг пельмени, закипает вдруг вода. Для меня они как вечность, для меня ты ерунда. Мой бронхит они излечат, и вкуснее только плов. Варятся мои пельмени дольше, чем живет любовь. Круто. Мне интересно, где рождаются вот такие темы и от чего они рождаются? И есть ли какие-то, может, рецензенты, которые первыми читают и говорят, Надя, ну, не знаю, надо что-то, может, поменять. Не пельмени, я не знаю, что-то, вареники какие-то. Ну, пельмени явно родились на кухне. Главный рецензент – это мама. То есть мы... То есть ей удается первой все услышать, да? Не всегда первой, но это главный мой критик. То есть, мам, вот стих, или бывает даже стопка стихов, мы с мамой это редактируем, мы с мамой подбираем нужный вариант, иногда веселый, иногда смеемся до упаду, но в итоге мы приходим к какому-то самому корректному варианту. Если говорить о корректных вариантах, некорректных, есть ли, возможно, какие-то стихи, за которые тебе там читатели говорили, ну, это что-то сильно жесткое или что непонятно? Да, было такое, вот и не просто читатели, и мама тоже говорили, что есть стихи, которые, ну, тяжеловаты для публики, для восприятия, а есть стихи, которые действительно жестковаты, но я их на публику не читаю, да. Вот так, только в кругу семейном у мамы на кухне, я понял. Если говорим о самом вечере, то, соответственно, чаще всего последнее время ты удивляешь публику тем, что это соединение, скажем, искусств, такой синтез и музыки, и литературы. Но когда это вообще родилась, такая вот идея и под влиянием кого, чего? Идея насчет синтеза? Да. Я посещала разные мероприятия каких-то известных поэтов или даже не особо известных, и замечала, что если им что-то подыгрывает, есть какой-то видеоряд или есть музыка, есть какая-то акустическая гитара на заднем плане, то это звучит намного интереснее, это больше притягивает. Плюс я же веду литературники уже 2,5 года, получается, и я тоже заметила, что стихи под музыку намного интереснее. Идут легче, да? Да. Но я предлагаю сейчас, перед тем, как сделаем еще раз контрольный анонс, что, когда, во сколько, есть ли какой-то еще крутой стих, чтобы поднять настроение? Ну, уже пельмени мы услышали, что-то еще интересное. Ну, такое еще веселое вряд ли. А давай тогда из любимого. Вот то, чем, то, что хотелось бы с утра прочитать каждому и любому. То, что нравится тебе.
Хорошо. Давай. В мыслях ты не один, прямо скажем. Кайся, связав свою жизнь не с той, знай, для него я хочу быть продажной, а для тебя хочу быть святой. Пусть застывают новые краски, из моих губ грубо льются вина, но для него я хочу быть грязной, а для тебя хочу быть невинной. Просто из темных он сил, он демон, черные крылья скрывают страхи. Как я хочу прочувствовать пепел, я не люблю постоянный сахар. В мыслях ты не один, это точно. Я, наслаждаясь, тянусь к его бесам, скоро меня он привяжет прочно. Выгони с мысли его из песен. Круто. Я аж застыл на минутку. Так что, друзья, вот так. Приходите 10 числа на творческую встречу с Надеждой Кузьменко. Во сколько будет начало? 18:00. В 18:00 приходите в библиотеку Кропивницкого. Вас ждут с распростертыми объятиями. Успевайте занимать места. Спасибо большое за то, что сегодня пришла к нам в студию. Сделала такой небольшой анонс. Вытянули все-таки из тебя что-то новенькое. Вытянули. Да. Поэтому уже анонс удался.